Доброе утро. Наше утро сегодня началось с сырников. Я уже тут работаю. Кушаем тут с Игорем. Сырники, которые вчера в Ермолино взяли. Блин, они уже вкусные, но они развалились, потому что у нас уже очень плохая сковорода. Надо менять. Блин, ну это очень вкусно. Как говорится, от завтрака до ужина один шаг. Не успели мы позавтракать. Я сейчас только взяла камеру в руки. Пролетел мгновенно день, очень много работы накопилось, я сколько активно-то дома не работала. Так что работы куча, сейчас собралась, мы хотим сходить за пельменями, нам так понравились вчера. Вот, может, пельмешку возьмем, не знаю. Еще так чуть-чуть закупка нужна, ну, в общем, нам еще есть идея погулять, полазить там. Пролетел день вообще, ужас, как быстро. Такие вот дела. Жарко, но, конечно, сегодня было, кстати, днем. Прям это пасмурно. И за счет этого было попрохладнее. Так, конечно, жара вообще стоит невероятная. Хочется на речку так прям. Что-нибудь выберемся, потому что мы были в Ольховке, там особо купаться негде. Хотели, конечно. Там все зацвело, никто ничего не чистит. У папы машина сломана, поэтому нас не смог отвезти, где мы обычно купаемся. Надо далеко туда, почти час ехать. Как-то так, в общем. Рассказываю про то, что купаться охота. Жарко. Что, пойдем сейчас на прогулку. Хотим пойти посмотреть в Аскону матрасы и кровати. Игорь говорит, тут нельзя снимать. Почему нельзя? Все тут можно. Сидим на улице. И тут просто хорошо. Тут такой ветер классный. Не хочется домой вообще идти. Удобно телефон решать? Да. И как лучше? Да. Что такое бафливо? Короче, мы полазили по торговому центру. Цены на Туэру. Сейчас сидим. Тут много так народу, полная парковка. Не то, что во времена карантина. На свежем воздухе. Да? У нас есть водичка, да? Попить. Сейчас закалываем. Мы посмотрели одно видео в Инстаграм с готовкой и сразу хотелось кушать. Так что не смотрите видео с готовкой. Уже купили, Игорь даже кушает. Блин, смотрите, какой разрез идеальный. Нам прям вот для перекуса супер на двоих одну, да, Зай? Вкусно? Скажи вкусно. Всем приятного, кто тоже кушает с нами. Мороженку кушаем. Кстати, мне вот это очень нравится, золотой стандарт. Есть еще такое с черникой, да, по-моему, или с чем-то. Тоже очень вкусно. Тут очень много шоколада прям. Быстренько пошел на ход. Ну, мы ждем, пока у нас остынет пивко. Хотим сегодня пиво попить. Что-то у нас сегодня какой-то нервный день с Игорем. Я вообще очень редко пью. Какое-то себе новое пиво купила, не знаю, попробую. Короче, сейчас кушаем мороженое. И скачиваем фильм. Ну что, пельмени нами прям распробованы. Купили второй раз. У меня тут немножечко пельмешек.
У нас тут чипсы. Еще сейчас Игорь принесет рыбку папину с деревни, плотву вкусную с икрой. И купила пиво. Фильм у нас «Плохие парни», первая часть. И я вот такое пиво взяла себе, не знаю. И я пью пиво, чтобы прям я купила бутылку. Это то ли вторая бутылка за мою жизнь, то ли третья. И у Игоря иногда пенку. Это предел мой. Ну, вот сегодня мне захотелось. Так что у нас вот такой вот мужской вечер, можно сказать. Для меня пиво это как-то с мужчиной ассоциируется больше. Пиво, чипсы, рыбка, пельмешки, фильмец, отдых. Нужно на самом деле смотреть 11:30, охренеть. Так что вам тоже всем хорошего вечера. Надеюсь, мой влог тоже поднимает вам настроение. И всем приятного аппетита!